Всем здравствуйте! Мы хотим выразить свою благодарность благотворительному фонду «Солнце в ладошках», который вел сбор для нашего Сережки на повторное обследование в клинике Израиля Асута, который будет проходить в апреле месяце. Фонд уже не впервые помогает нам. Хотим сказать большое человеческое спасибо нашему куратору Юлечке за ее поддержку, за ее добрые слова. Хотим еще сказать спасибо всем спонсорам, всем простым людям, которые не прошли мимо чужой беды, которые помогли, которые участвовали в лотерейках. Всем спасибо. Спасибо, что вы мне допомагаете. Люблю вас. Желаю вам счастья, здоровья, удачи, чтобы вы никого не болели, чтобы у вас все было хорошо. Люблю вас.